воронежской фирмы «Авангард» впервые в России разработан уникальный станок для резки пластиковых труб и оболочек диаметром до 1700 мм, который по своим параметрам не только не уступает, но и превосходит зарубежные аналоги. Его конструкция позволяет производить распиловку пластиковых труб как перпендикулярно оси трубы, так и под углом до 45 градусов в обе стороны. Распиловка осуществляется ленточной пилой, расположенной на четырех шкивах станка и развернутой на 90 градусов в сторону пиления. Натяжение ленты производится гидронатяжителем. Сам станок смонтирован на поворотной платформе с рельсовыми направляющими, по которым он перемещается в процессе пиления. Скорость перемещения регулируется инвертором с учетом толщины стенки разрезаемого изделия. Труба располагается в двух ложементах и закрепляется мягкой лентой. Жесткая конструкция станка обеспечивает высокую точность распиловки и качество поверхности, что позволяет вести сварку фитингов без предварительной торцовки. Среди организаций, занимающихся пластиковыми трубопроводами, спрос на изделия такого профиля уже сейчас довольно высок. Портфель заказов на данное оборудование неуклонно растет, что обусловлено разумным соотношением цены и качества.